Тверской области увеличен размер ежемесячных и ежегодных выплат для студентов, обучающихся в медицинских колледжах Верхневолжья за счет средств регионального бюджета. Решение принято на заседании регионального правительства. Размер выплаты зависит от курса, на котором обучается студент, и его успеваемости. Так, на первом курсе первого семестра студенты ежемесячно будут получать по 10 тысяч рублей, а после сессии сдачи экзаменов на отлично и хорошо 13 тысяч. А на последних двух курсах стипендии для отличников и хорошистов составят 21 тысячу рублей, для остальных 15 тысяч. Основная задача – это лечебное дело, максимальное количество наших специалистов и педиатрия. Потому что, говоря сегодня о демографии, о увеличении количества детского населения, мы понимаем, что медицина и образование – это там, два параллельных социальных направления, где все решают кадры.